Башкортостане 140 миллионов рублей вложит инвестор в строительство придорожных комплексов. Планируется, что многофункциональные зоны дорожного сервиса построят к 2023 году. Один из объектов разместится вдоль автодороги Бирск-Тастубасатка, где сейчас ведется реконструкция. Работы завершат в следующем году. По окончанию строительства Караидельский район получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию Янаул и речные порты Бирск и Дюртюлей. Второй комплекс появится в Уфимском районе, рядом с селом Михайловка. Планируется, что площадки придорожного сервиса будут включать в себя парковку, зону для отдыха, туалеты, душевые кабины, пункт автосервиса, супермаркет, кафе, гостиницу и автокемпинг. Инвестор – уфимская компания «Юлдашсервис». В результате реализации проектов появится 57 новых рабочих мест. Два проекта по строительству придорожных комплексов в Караидельском и Уфимском районе с общим объемом инвестиций 140 миллионов рублей включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Инвестор претендует на такие меры господдержки, как налоговые льготы на имущество и прибыль организации, получение земельного участка в аренду без проведения торгов, а также возмещение части затрат на строительство инфраструктуры. Напомню, программу развития придорожного сервиса власти региона планируют реализовать до 2024 года. Она предусматривает создание 1000 новых объектов вдоль дорог, столько же планируется модернизировать. Общий объем инвестиций в развитие придорожного сервиса составит более 5 миллиардов рублей.